Прежде чем мы начнем этот видос, я вам расскажу, что на самом деле произошло в прошлый раз в Воронеже. Почему сломался кардан? Он сломался не потому, что он плохой, и не потому, что я поймал зацеп, а на самом деле все было гораздо серьезнее. И у меня просто была неисправная муфта, и у меня был погнут вал. Мы это узнали потом, когда уже собрали усиленный кардан. Когда его поставили, я начал разворачиваться на машине, я понял, что подкусывает колеса передние. Проверили муфту, она перетянута. Возможно, я просто очень много раз ночевал. И причем, возможно, я делал это неправильно. Ну, я же читаю ваши комментарии, я хочу вас радовать. Я попал на серьезную сумму, и я починил машину. Сегодня мы поедем снова кататься. Я вот за все лето, сколько я катаюсь, я не могу ее даже замерить, потому что я не успеваю этого сделать, я все время езжу на заднем приводе без кардана. Ну что, погнали? Вы же знаете, что Антон постоянно жалуется, что ему не с кем заехать в этом городе. Пожалуйста. Лично, на мой взгляд, это великолепный автомобиль с точки зрения дизайна, экстерьера, интерьера. Ну, после фильма «Угнать за 60 секунд» Ford Mustang, Shelby, это просто круто. Конечно, там немножко было другое поколение, но эта машина ничем не уступает. Автомобиль 2011 года, 5,4 объем двигателя, 556 лошадиных сил, и все это на заднем приводе и на механической коробке передач. Я думаю, что против ГТР Антона, если заезжать ходом, а не с местом, естественно, он составит неплохую конкуренцию. Давайте на это посмотрим. Если вы досмотрите эту историю до конца, то вы поймете, почему уже мой ГТР без наклеек и что будет дальше. Кстати, вот недавно вспомнил, у меня уже около 2 лет на рабочем компьютере есть расширение AV-Info, которое мне реально помогает. И почему я хочу им воспользоваться, тоже узнаете, если досмотрите историю до конца. В общем, я сейчас плотно сижу на сайте av100.ru. Это агрегатор, который помогает выбирать автомобиль. Он берет данные со всех площадок, Авито, Автору и им подобные. Я забил данные автомобилей, которые я ищу себе. И этот агрегатор мне помогает. Он присылает уведомление, что появилось новое объявление. Появилось именно объявление по моим запросам, то, что я ищу. То, что вы, наверное, скоро увидите. Ну, а самый главный инструмент в поиске нового автомобиля – это AV-InfoBot. Телеграм-бот, который позволяет пробить как автомобиль, так и его владельца. Я даже пробовал, забивал госномера автомобилей, которые были у нас на видосах. И было интересно посмотреть, как AV-InfoBot показывает фотографии и эпизоды из наших видосов. Я не знаю, как он собирает информацию, но это реально очень круто. Получается, что если вы будете покупать себе новый автомобиль и подбирать, бот даже поможет вам найти автомобиль, который использовался не по назначению. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Также можно пробить владельца автомобиля на наличие задолженностей, наличие недвижимости какой-то. По номеру телефона продавца можно пробить вообще всю информацию, которая вам будет необходима. А в инфобот позволяет даже по фотографии найти людей в соцсетях. Представляете, насколько у него широкая база. Ну а расширение, которое стоит у меня на компьютере, оно позволяет получить дополнительную информацию. Допустим, на Авито или на Втору открываем объявление, и снизу появляется дополнительная информация, где указывается, снижалась цена на этом автомобиле или нет, изменялся пробег или нет, сколько раз объявление добавлялось, сколько объявлений было других у этого же продавца. Возможно, он 100 машин уже продал за этот месяц, и мы будем понимать, что это перекуп, и, возможно, не стоит с ним связываться. Что немаловажно, AV-InfoBot имеет поддержку, куда вы можете обратиться по необходимым вам вопросам. Подписка на оба сервиса стоит всего 1250 рублей в неделю или 2500 рублей в месяц. За это время можно легко успеть подобрать себе автомобиль. Количество проверок не ограничено. Данный сервис реально стоит своих денег. Но не забывайте, что при покупке предварительно вы должны еще своими глазами увидеть автомобиль. Сейчас будем с ним заезжать ходом. Машина заднеприводная, едем. Пробуем от того щита до него, катимся километров до 60 в час. Повторяемся. А сколько сил? 556. 556 сил. Компрессорный V8, да? 5-литровый. 5,6? 5,4. Ладно, тюнинг есть или все стоит? А, еще и на ручке машина, но это вообще супер. Сейчас будет много дыма. Комментируй.
Слушай, как ты относишься к американцам? Круто, я фанат американцев. У меня была одна американская машина, Jeep Grand Cherokee, я в диком восторге. Все, Антон, зрители выпросили наружную съемку, да? Да, да, пришлось раскошелиться 4 камеры. Дэн, поставишь на Форда, умеешь? Нет. Эпичные кадры опять объезда ГТР. Поставь ее на заднее стекло, прилепи. Его точно сколько лошадей в Форде, но мне кажется, что у Антона где-то ровно в два раза больше. Так, на первый взгляд. И уехал он ожидаемо как бы в точку. Нагнетатель 5,4. 5,4? Да, 556 лошадей на механике. 556, я ошибся. Я сказал, что у Антона в два раза больше, получается нет. Очень хорошо машина едет. Человек, знаешь, прикольно. Почему опоздал? Зашел в рыболовный магазин с червями. Багажник забит на рыболовный. Короче, что нужно знать о ВАГах? Это какой там мотор и степень ее доработок. Все, больше ничего не нужно знать. Зная степень доработок и мотор, можно знать, сколько она едет, сколько в ней сил, в какой момент, и все. Все, все, все. И можно просто купить драги, чтобы в этом убедиться. Ну, да. Ну, опять-таки, резина какую-то косвенную роль там сыграет, ну, в каких-то там малюсеньких циферках. Но все же, вот эта машина, она очень интересна. Ну, она интересна, в первую очередь, своим видом. Она прикольно смотрится. В зеркале заднего вида такую увидишь, офигеешь. Это S5, 3.0 TFSI, компрессорный. Сделан Stage 2. Stage 2 — это замененные шкивы и прошивка. Все. Больше сколько сил ориентировочно? 465, мне сказал человек, который тебе ее строил. Вообще, по-моему, 485. В Воронеже мы были, там было две таких машины. А шестая, вот именно с такой же конфигурацией, тоже у него без охлаждения. Он говорил, примерно 480 сил у меня. И а четвертая пятнистая, он говорил, у меня с охлаждением это 500 сил. В Белгороде есть А7, он тоже говорил 500 сил. Современный тюнинг стал настолько прост, что меняешь... Либо две просто детали. Чип делаешь какой-то, это лайтово, либо меняешь какие-то еще небольшие детали, незначительные, не такие дорогие, делаешь прошивку, и все. Ты можешь очень сильно быстро ехать. Ты в сторисе писал, какое лучшее время 0-100? 3,7. 3,7? Да, да. Это все было 5 замеров, из 5 замеров вот это было лучше. Ну, при температуре так сколько примерно на улице было? На улице жарко? Было плюс 18 примерно. Ну, то есть хорошая температура. Когда мы мерились, получается, в плюс 28, она уже поехала 3,95. Но это все с лаунчем. Да. ГТР без лаунча примерно так и поедет, 3,9. А 100-200? Из 10 мы вышли. Красный BMW будешь привет передавать? Да, хотелось бы с ним... Хотелось бы его увидеть. Да, поближе проехаться вместе. И это вот такая машина, ну, злая такая вся, S5, двухдверка. А можно купить просто А6 с таким же мотором, с такой же коробкой, сделать то же самое, и ты будешь ничем не выделяться из толпы, будешь на 18-х колесах, но ты будешь ехать, ну, примерно так же, может быть, чуть-чуть помедленнее. Вот. А на заднем плане стоит Nissan GT-R.
у которого тоже Stage 2, но там уже столько всего поменено, в принципе, сделать тот же Stage 2 и получить прирост, ну, примерно такой же, наверное, прирост по мощности, если от стока считать и конечный результат. Там и выхлоп поменен, и впускные коллектора поменены, и чип сделан, и в коробке что-то там сделано. Насосы поменены, форсунки. Короче, японца тюнить гораздо сложнее. Бюджет Stage 2 на Audi? 1200 примерно, вот так вот. Но здесь тоже впуск стоит еще. Из выпуска катбэк стоит, полностью сваренный из нержавейки 63. Про бюджет на GTR мы промолчим. Сколько ты сказал? 200? 200. Ну, а там примерно 2. Нет, 2 это альфа какая-нибудь, но 700 сил это где-то 500-700 тысяч. Ну, самый бюджетный, наверное, 1700, да, будет. Лёх, смотри, какой ты популярный стал. Пацаны, какая машина лучше из этих двух? Геттер. Почему? Лучше едет вот это. А сколько разгоняется? Геттер топ. Ты же знаешь, что у Геттера ломают с карданы каждый день. Вложений много. А сколько едет? Кто? Кто его знает? Недолго едет. А он так и не может его никак замерить. Он покупает резину, карданы, но никак цифры не покажется. Драги у него есть, но вот у него спроси, сколько едет. Ну да не знаю, там в районе 4 секунд. Я так и не померил ни разу. Да, я так и не померил. Смотрите канал. Да. Молодцы. Иди, сфоткайся с ним. Так тебя ж хотят. Иди погазуй детям. Задавай вопрос. Сколько лошадиных сил в ГТРе? Ну классно. Задали детям вопрос. Викторина. Отгадал человек, сколько лошадиных сил было в Ауди? Сел, поехал в ГТРе. Не боишься тех пацанов на заднем плане? Боюсь. Моя старая компания. Ну, сейчас они с тобой разберутся быстро тут. Две кискарем полезно стоит. Ну чё, как? Еще один Боже, конечно, Бали. Все, Сань, у тебя почета от местных пацанов, никто тебя не тронет. Родители звонят уже. Кому? Надо домой Боится, что пойдем поцарапать в этом районе, но он опасный район. Нормально, набивается, маршрутка набивается. Пятая синяя на стейдже втором поедет с ГТРом, она едет 3.7.0.100. Е400 поедет с S5, которая на V8 на ручке. Как ты дошел до рулонов? Человек попросил. Купи себе Шкоду, переднеприводы на стейдже, езди рулоном. У тебя ГТР, ты должен с места резиной дымить. Вот идет человек, который сейчас будет с места меня рвать. Короче, он сначала поедет с ланча, я буду ездить с газа всегда. Я пересмотрел, что вы там говорили. Надо ездить с ланча, каждый светофор, каждый перекресток, день 28 ланчей. Вы знаете, сколько это стоит и сколько вообще это все выливается? Я специально пересмотрел. Киев Рейсер ездит с педалей, Гордея ездит с педалей, никакого ланча. Муфта стоит БУ 150 тысяч, вал 135 тысяч, который гнется. Ну, кардан вы сами. Знаешь, что проблема, Антон? Всем людям, они все воспринимают вот на первых секундах, как ты тронулся, как ты вырвался. Они считают, вот, кто первый стартанул, тот и победил. Они же не видят там, что происходит на 400 метрах, им не важно. Они увидели картинку. Машина прыгнула с ланча, объехала тебя, все, значит, она победила. Я всегда считал, что во всех соревнованиях первый – это тот, кто пересек первым финиш. А я могу на месте стоять, машина уедет там на 100 метров вперед, тронуться и обогнать. Но теоретически, да, какую-нибудь девятку? Это же значит, что девятка меня обгоняет. Вкус отклеился. В общем, сейчас едем с S5, 465 сил расчетных. Я общался с человеком, который делал прошивку, который делает конфиг, ставил.
Он поедет с ланча, я поеду с педалей. Ты хорошенько подготовься, она едет на 3.7. Ситуация потом. Конечно, скорее всего, он со старта меня объедет, но я надеюсь, что к финишу я буду первым. Я поеду с пассажиром. Опять? Ну, хочет прокатиться. Так интереснее даже, езжать с пассажиром, так интереснее. Воронежские аутюхи с такими моторами на стейдж втором. Все говорят поголовно, 480-500 сил, то есть на втором стейдже, с такими моторами. Так что сейчас будет видно, как она поедет. Которая пятнистая в Воронеже была. Там да, прям вообще прыгала. Хотя то же самое по факту. Машина одна и та. Нет, зачем-то 4 топливных карты. Я спрашиваю, зачем мне сделать 4 топливных карты? Ну это со слабым вагом ехать, это со средним, это с мощным, это там с РС-ками там на стейдже. Блин, надо есть, мне кажется, всегда на максималку. Чтобы не было потом неоднозначности. Вот этому проиграл, этому не проиграл. Потом ничего никому не докажешь. У меня Е400 стоковая. Сколько по силу? 333. Полный привод? Полный привод, соответственно, да. Фирменный, полностью сток машины, там 4 с копейки. Новый автомобиль. Новый автомобиль. Сейчас замерим Ford, Ford Shelby 500, если я правильно называю. Если неправильно, поправьте меня. Сейчас узнаем, сколько он едет на заднем приводе, на механике до 100 и сколько едет 100-200. Ну, если доедет, то что? Стрелка 5.8 до 0.100. Сейчас мы сбросим и попробуем. Не, 5.8 все равно. 5.8? 5.8. Ну, старт он. Машина что нож для города, для кайфа. Сколько? 5.84. Ну и первый раз тоже было 5.84, по-моему. Ну, шлифовал, да? Шлифует, да. А 100-200 сколько? Подубить, 100-200 нет. Нет, до 200 не доразонался. Ну, с аудюхами сейчас можно будет покататься. Машинка умеет бернаутить? Машинка? Я не пробовал. Я там сейчас на повороте. Конечно, умеет. Как может она не умеет? На повороте не убил там, блин. Второй. Нет, просто. Я это заворачивал, понял. Как-то думал, сейчас я быстро развернусь, я до бордюра едва не дотяну. Аж с Новосибирска приехала погонять. Вот это уровень, блин, да? Вечером обратно, да? We'll be right back.
Когда Audi поехал, он только начал закрывать окно свое. Поэтому будет еще один перезаезд. А ты еще раз, что ты, он едет, ты окно закрываешь. Я проспал. Едет рисовозка. Да нормально, как бы поддавливает чуть. Ну не впечатлит. Ужас как бы не вызывает, как бы. Меня когда за жопу срывает на меньших скоростях страшнее гораздо от непредсказуемости. А здесь как бы управляемо быстро едет. Уверенная красная заедет съешь. Е400. 333 силы. И S5 4.2 Атма на механической коробке. Я думаю, сейчас старт будет красивый. И это, кстати, не лучший его старт. Пахнет сцеплением. Ну, и сцеплением пахнет. Он, видимо, так нежно отпускал. Либо уже подходит. И старт будет хороший. Все-таки эту резину нужно именно мочить на ней. Антон, на этой резине надо мочить. Я не мочаю. Ну ты хотя бы придержишь. А, ну машина едет. И попробуй, мне интересно, там реально перегрузка как бы стремительная или нет? Больше. Больше, да? Раза в три. Ты ел до этого за 2 часа? Да. Зря, да? Да. 3.96, сейчас S5 поехал, когда мы с ней заезжали. Но это не лучшее ее время, у нее 3.6 лучше. Сейчас может быть жара, а может быть мы перезаедем. Сейчас с газа поехал, с ланча. Там появились какие-то звуки. Я сейчас просто ожидал, я взял телефон, хотел сторис и пилить, как мы едем, 400. Крестовина, а крестовина. Почему? Ну, сломалась крестовина, но их меняли. Если их меняли, то да, херовая просто крестовина. Тарам-тарам-тарам. Я в шоке. Бам! От Тойоты, да, крестовина? От Прадика. Нет, от 200-ки. Да ну, да. Она или от вечная. Сотки, да. От 200-ки, кстати. Да уж. Парам-парам-пам. Это палец от крестовины, да. Кусочек крестовины, сальничек, все такое свеженькое еще, могло бы подходить. Но это крестовина плохая, она слабая. Крестовина разломанная. Короче, ладно. Расскажи, пожалуйста, почему ГТР с вами ломается? Не знаю, наверное, такой же, как и Субару. А что Субару? А Субару точно так же, Лиза неудачливая, Лиза сядет и все. То кардан, то редуктор, то еще что-то. Что там? Но в ГТРе ты сейчас не сидел, еще он сломался. Может, просто мое присутствие так влияет.
Короче, я уже не знаю, что происходит. Все, кто следят за моим инстаграмом, ну, уже я не буду забегать вперед. Они понимают, что я вот наклейки снял с машины. Это уже 2 недели прошло после того, как я кардан порвал. Вот я реально хочу машину продать. Я не понимаю, что происходит. Я разговариваю со специалистами. Вот скажите вот в комментариях, напишите, почему рвет кардан? Как может у машины 700 сил рвать кардан передний? Там нет такой нагрузки. Я уже все сделал. Там и муфта новая, усиленная, и резина, которая не буксует. Я не понимаю, что происходит. Люди ездят вон на аудюхах, у них всегда все хорошо. Ну, может быть, не всегда, но они ездят каждый день. Вот с этим автомобилем это постоянно какие-то вот... Я реально уже боюсь нажимать на газ. Вы говорите, ланчуй, Антоха, ланчуй. Блин, что-то дорого это обходится. Наверное, надо его продать. Что купить? Пишите RS7, RS6, M5. Мне кажется, вот когда вы пьете пиво каждый день, у вас рецепторы уже забиваются, вы не можете лечить немецкое от чешского пива. Вот. Так, из ГТР, надо его продать и полгодика вообще ничего не делать. Всем пока. Знаете, друзья, кардан, лакокрасочное покрытие, резина, тормоза, масло, коробки, раздатки. Это все чинится. Это просто металл, это просто запчасти, они все меняются, они чинятся. Это не страшно. Но есть немножко другие как бы ситуации в этой жизни и другие вещи, вот, которые, на наш взгляд, они все-таки их никак нельзя решить. На самом деле мы долго не решались вам это показать, если честно. Совещались, думали, спорили. И мы покажем какие-то кадры. Просто знайте, что такая проблема есть. Она существует, о ней не стоит забывать, и может быть кто-то о чем-то задумается. Автоклуба Билрейс, канала менеджер Антон, YouTube канала. Все эти машины участвуют либо где-то в соревнованиях, либо снимаются в роликах. В общем, такие достаточно знаменитые автомобили в своих кругах. И мы сегодня приехали, чтобы показать их вам. Захватили с собой немного подарков. В общем, все, что вам будет интересно, можете подходить, спрашивать, смотреть. Немного подарков и много громкой музыки. Да, Паша? Да. Yeah.
Ой, я спереди, я спереди. Я спереди. Подарок детям. И когда мы приехали, я реально удивился. Заведующая встретила на воротах. И, ну, мы ее поразили. Я думал, что ничего удивительного в этом на самом деле нет. Ее красивые. Подарили подарки детям. А вот видите, как такой на самом деле большой для них это праздник. Не зря вообще приехали. Дети довольны. Пацаны на иксах, конечно, молодцы. В последний момент подключились, приехали. Какой сделали подарок детям? Они на своих машинах бы даже не вытянули.